Причем я даже это слышал, допустим, в такой стране, как Швейцария. Они все удивлялись, а Беларусь, а, говорит, это, говорит, Россия, это, говорит, за Уралом, в Сибири. Я говорю, да нет, вы что, это же в центре Европы. Тут от нас знак центра Европы несколько километров, мы в центре Европы находимся. Я говорю, столица Минск. Минск, говорит, первый раз слышу. Причем, говорит, не просто, это говорил пограничник, а офицер, вот, с высшим образованием человек, а не просто там какой-то, понимаете. Поэтому это тоже влияет. Не всегда мы напрямую это делаем, да. И в нашу группу компаний входит уже целый ряд компаний. Три компании у нас есть в Объединенных Арабских Эмиратах. Угу. Так, где, ну, совсем, как, ну, к ним другое отношение в мире. И там совсем другая налоговая политика у них, к примеру, да. Поэтому не все, допустим, заказы надо принимать на заустные технологии, потому что тут надо платить большие, написано, налоги на прибыль. Вывести деньги, допустим, заплатить инвесторам за рубеж, практически это невозможно. И даже проблемы сюда заведения денег. Вот от одного заказчика они переводили там небольшую сумму в течение 3 месяцев. 5 раз эти деньги возвращались. А например, если взять Эмираты, там, ну, там нет налога на прибыль. Ну и вот, насколько мне известно, буквально недавно там открыта еще одна компания, у которой как раз цель в том состоит, чтобы осуществлять... Ну нет, это планов было давно, да, маркетинг компания, которая, собственно, должна заниматься маркетингом и продажами. То есть офис продаж, грубо говоря, ну, международный. Говоря, да, да, да. И это Дубай, это то место, ну, куда со всего мира едут и бизнесмены, и члены правительства, там, и президенты стран и так далее, где могут они знакомиться с тестовыми трассами, сертификацией и прокатиться даже на нашем тропическом миникаре. И это, я могу сказать, впечатляет. Я видел не раз, когда заходили так, с таким скепсисом, да, что тут, да, какая-то там, наверное, что-то с фанеры там слепили, что-то там трясется и так далее, там это все тоже непонятно что. Но когда они это видят, когда они говорят, как? И это вот вы сделали. У них удивление, восхищение качеством работы. Космонавт даже не надо уровнем, да, да? Так, ну, космонавт-то непростой был. Это был первый космонавт в Бразилии, не первый вообще, а бразильский космонавт. Да? И он сейчас министр инноваций в Бразилии. Это не просто космонавт, он министр. И они были с правительственной делегацией, там человек 10 было из бразильцев, и там были другие министры, то есть члены правительства бразильского, да, и они были в восхищении, в том числе вот этот космонавт, министр инноваций. И мы еще с ним пообщались по космической программе. Это тоже, кстати, когда мне говорят, а что вы отвлекаетесь там на космос какой-то и так далее. Так то, что космос, он тоже привлекает к нам и инвесторы, и заказчики, и так далее. Потому что у нас очень высоко планка поднята. И когда мы эту планку достигаем, то мы, естественно, все то, что ниже, делаем тоже хорошо, и уровень высокий. Поэтому, если бы у меня тоже, как у конструктора, не было этой планки, угу, я не думаю, что у Юниверса были бы такого качества. Допустим, с такой аэродинамикой и так далее. Там, с такими системами. Потому что я понимаю, что там надо решать. И мы должны прийти, решив эти проблемы здесь. Причем качественно, потому что там нельзя допускать ошибки. Ну и с другой стороны, заказчик еще видит, что у компании есть перспектива. Безусловно, есть цель большая. Очень да. большая цель, да. Но это не заустная технология разрабатывает. Я создал другую компанию, и я ее лично финансирую. Это автоинженерная технология, да? Это она этим занимается, а не заустная технология. Но тем не менее, у нас есть и публикации, есть сборники, тоже даже наши сборники работ, но не КАД Академии наук, например, может похвастаться таким качеством работ научных и таким качеством изданий. И когда я вручил эти все книги вот министру инноваций Бразилии, он тоже был удивлен, и мы пообщались вот на эту тему, и я сказал, что давайте мы как-то найдем общие интересы в этих проектах, потому что Бразилия в той программе, которую мы делаем, в программе «Экомирс», должна сыграть ключевую роль. Потому что вообще планетарное транспортное средство, эстакада и линейный город экваториальный должны пройти по экватору. И самая протяженная часть
сухопутная, это по Бразилии как раз, экваториальная часть. Поэтому Бразилия должна сыграть ключевую роль в этом проекте. Да? Ну, это вообще одно из самых, наверное, крупных и значимых экваториальных государств Бразилии на сегодняшний день. Да, если взять такие, наиболее мощные, наиболее развитые. И поэтому у нас вот еще вот такой контакт установился. И таких делегаций у нас было десятки вот, в уходящем году. Я думаю, в следующем году будет еще больше. Здесь на руку нам сыграло то, что вот у нас там, ну, рядом идет Экспо 2020, хотя оно 2021 получилось, да. Это я правильно сориентировался еще год назад, когда я думал, мы выставимся в павильоне где-то там, в павильоне инноваций, там есть такой павильон. И более того, допустим, сделаем даже какую-то трассу демонстрационную. Это, ну, когда мне сказали, сколько это будет стоить, ну, если с трассы, так это не меньше 10 миллионов долларов. А потом после завершения Экспо надо все это сносить за свой счет, то зачем я отказался, естественно, от этого? И... Ну вот я недавно буквально там был, масштаб, конечно, там просто потрясающий. И особенно удивило, что одна из анкерных опор, одна из линий, находится вот прямо напротив здания, вот центрального здания парка инноваций университета Шарджи. А там огромное здание, целый дворец, да, вот. И получается, со стороны дороги анкерная опора, она даже ближе к дороге. Да, то есть ближе, она, да. Ну, это было согласовано. И когда мы обсуждали с шейхом Шарджи, это же он нам выделил землю. Ну, он же там ездит, университет, это же он построил университет, и он там его возглавляет. Да? И говорит, я хочу любоваться странным транспортом. Я хочу ехать по дороге и любоваться им. Это его слова. Поэтому можем сказать, что мы и завет вот правителя Шарджи выполняем. Global Star Club. Возможности безграничны.